Короче говоря, я зареспаунился просто один по приколу, вообще без всего, то есть даже рюкзака у меня нету. Hello. Hello. Audio. What? Do you have loot? No, I just spawned in. I have to visit. Ладно, тогда не будем его Something with a убивать. series. Тогда поверим ему. Do you need something? Стимулятор? Have you stimulator? Yep. Thank you. No problem. Нифига себе. А вам слабо так? Ну, в смысле, быть в роли того, кто незнакомому совершенно человеку с акцентом даст. It's me. It's... Hey! Короче, чтобы вы понимали, я бежал, совершенно не готовый, с ножом, наткнулся на чела, который бежал прямо на меня. И я начал отступать, повернувшись к нему спиной, он мог бы меня расстрелять, но он стрелять не стал. Это меня очень заинтересовало, и я что-то почувствовал, решил, а вдруг, типа... Вот, и, короче, тоже не стал его убивать. Ну, конечно, сначала вот в итоге я подозревал, сами смотрите, что из этого выйдет. Эй, эй! Эй, эй! Why you don't shoot me? А, you have no microphone? Ну, тут я спрашиваю, собственно, почему он в меня не стреляет. И я верно предположил, что у него микрофона нету. Я сам первый решил почему-то. Вот у меня такого обычно нет. Я всегда обычно стреляю первый, но тут я вот что-то почувствовал и решил не стрелять первый. That interesting, very interesting. Ты не русский? Окей. Диман. And my nickname is Soulplay YouTube-ru. If you Russians or English, you can check my YouTube channel. Окей. Окей. Nice to meet you. Спину убьет, интересно, нет? Приятно было познакомиться. Там вроде особо ничего нет, я туда ходил. Но хочешь, сходи проверь. Лучше закрой двери, если АФКшить будешь, а то кто-нибудь убьет.